Зрительный зал цирка переполнен, артисты шоу-программы готовятся к выходу. Первыми на арену выходят космические герои, которые осматривают зал и готовят зрителей к экстремальной программе. Миллениум на протяжении многих лет уделяет своих зрителей. Труппу знают во многих городах, ведь они гастролируют по всему миру. Уже на протяжении долгого времени в коллективе цирка выступает известный клоун Али, который не только ставит репризы, но и успешно работает с любой возрастной публикой. Гордость шоу-программы — номер силача на мотобайке. Константин Смолин с легкостью размахивает колесами от грузовых авто. При этом делает он это не только руками, но и зубами. В шоу-программе артисты работают с самыми необычными номерами, такими как парад мыльных пузырей, ну и, конечно же, радость и взрослым, и детям доставят дрессированные экзотические попугаи, лошади, леопарды и даже страусы. Главный номер шоу-программы — это акробаты из Молдовы, которые прямым рейсом из Германии прилетели в Шымкент. Ребята исполняют смертельные номера на русских качелях, исключительно без страховки. Медведи больше всего, ну и кто танцевали. Да, мне очень понравилось. Особенно клоун еще. Попугайчики, собачки красивые были из животных. Очень супер, ну все понравилось, ну прелесть. Прелесть, да, животные очень. Животные такие чистые. Хорошие, чистенькие, все молодцы такие, акробаты. Мы прям переживали. Спасибо. Российский цирк «Миллениум» пробудет в Шымкенте до 17 апреля. Каждого зрителя шоу-программы ждет розыгрыш дорогих призов по приобретенным билетам. К слову, купив билет в цирк, вы автоматически получаете 3 билета в детский развлекательный центр Фиркани «Фэнкью Таун». Если вы желаете окунуться в атмосферу экстрима и веселья, то спешите попасть на шоу цирка «Миллениум». Билеты можно приобрести в кассах шымкентского цирка, либо заказать по номеру 30 12 62.